Все девушки любят цветы. Маленькая домашняя обезьянка Алекса, конечно же, не исключение. Ведь она тоже девочка. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы в мире домашних животных. После прошедшего праздника 8 марта, я думаю, что в каждом доме стоит букет тюльпанов. И вот именно он и привлек внимание маленькой домашней обезьянки Алекса. Посмотрите, с каким вниманием и интересом обезьянка изучает цветочки, которые находятся прямо перед ней. При этом действует она очень аккуратно и нежно. Рассматривает каждый лепесток и каждый цветочек, как будто хочет узнать что-то новое. А возможно, для нее это действительно что-то новое и очень интересное. Что же необходимо для того, чтобы привлечь внимание обезьянки? Ну, во-первых, это должно быть что-то яркое. А цветочки как раз обладают очень яркими красками. К тому же у них есть свой запах. И запах весьма приятный. Стебли, листья, ну и, конечно же, сами лепестки имеют абсолютно разную форму, что, конечно же, не могло не привлечь очень любопытную маленькую обезьянку. Удивляет только тот факт, что уж очень она аккуратничает. Такое ощущение, что она немножечко побаивается. Хотя нет, взгляните, она все-таки осмелилась и вытащила один цветочек. Интересно, что же она с ним будет делать? Судя по всему, она решила понять, из чего он состоит. А возможно, даже попробовать на вкус. Ну вот, это, собственно говоря, то, о чем я и говорила. Оторвав кусочек, Алекса решила его попробовать. И, судя по всему, тюльпан пришелся по вкусу маленькой обезьянки. Вот это поворот! Абсолютно для меня неожиданный. То, что Алекса у меня кушает цветочки, не знала даже я. Хотя живет она у меня уже достаточно долго, больше 4 лет. Делаем выводы. Цветы не только красивые и замечательно благоухают, но они еще и вкусные. Ну, по крайней мере, для маленькой обезьянки Алекса. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было для вас интересно. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал, ставит нам лайки и пишет нам очень добрые комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных! Здоровья, удачи, счастья и отличного настроения вам и вашим близким! Всем пока! Мы вас очень любим!